Что вы чувствуете? Как этот инструмент вы намерены использовать для вашего бизнеса? Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Значит, вот я, когда я стояла и в преддверии получения Мерседеса, у меня в памяти возникли вот такие образы. Я дело в том, что в 50 лет я поняла, что мне уже поздно садиться за руль. Проходит 9 лет. Я решила все-таки... Да, я вдруг получила диск Бутаковой, Ольга Алексеевна, огромное спасибо. Долголетие. Кто смотрел его? Поднимите руки. Смотрели, да? И там я увидела, услышала, что после 40 женщина должна забыть про свой возраст. Вообще, что я так с удовольствием и сделала? Я забыла свой возраст и пошла учиться на права. Получила права, 2 года проездила. Слушайте, ну это, знаете, это чудо на самом деле. Чудо, что это возможно в коралловом клубе. Больше этого нигде невозможно. Нигде, друзья, в другом месте такого невозможно. Чувства переполняли, слезы. Дождик пошел, наверное, тут своими слезами. Друзья, конечно же, это лучший инструмент. Это лучший инструмент для того, чтобы вообще показать, что это за компания, что какая-то суперкомпания, и просто гордиться ей. И я думаю, что будет много последователей. Я вот уже разговаривала с людьми, уже все хотят продолжить мой пример. Все, спасибо, да? Спасибо большое, Нина. Анатолий Савин. Добрый день, друзья. Так случилось, что и я впервые получаю признание на сцене форума, дойдя до серебряного мастера. Ну, видимо, как-то вот в этом вопросе не было таких амбиций. А в этот раз я ехал на форум, думаю, постою на сцене. Вот чувствовал, что постою. И ощущение, когда получал эту машину вот там, на этом подиуме, вы знаете, вот улыбка, которая до ушей и которую невозможно убрать. Она была настолько эмоциональной. Я благодарю руководство компании за наши эмоции, за то, что вы нам доставляете такую радость, за то, что вы так высоко оцениваете наш скромный труд. Это такой мощный, шикарный инструмент. Если бы вы знали, как наша команда возбудилась сейчас. 2 Мерседеса сразу же в Ярославль поехали. Спасибо вам огромное. А на заднем стекле я напишу: подрасту, стану Майбахом. Спасибо. Спасибо. Я хочу дополнить, что это, точнее, чуть-чуть возразить. Это достойная оплата для достойных людей. У вас сказать, что это скромный труд, наверное, это мало. У нас другая оценка. Татьяна. Добрый вечер, друзья. Татьяна Ионова, город Саратов. Вы знаете, меня переполняет необыкновенная гордость за то, что мы в такой замечательной компании. За то, что она всегда впереди планеты всей. За то, что наше руководство всегда слышит нас. Мы только замечтали в Сербии о том, чтобы у нас был автобонус. И нас услышали, и мы это имеем. Это очень здорово, ребята. И все, кто здесь сидит, у вас есть такая возможность иметь такие замечательные инструменты. И, конечно, использовать этот автомобиль буду только в качестве инструмента привлечения новых людей, новых мастерских веток. Спасибо всем. И я горда тем, что вообще это автомобиль – это работа всей команды. Я благодарю абсолютно каждого человека, кто есть в моей структуре. Я благодарю всю свою спонсорскую вертикаль, потому что они вложили годы жизни именно в развитие нашей организации. И моя спонсорская вертикаль – это Зинаида Романец, серебряный мастер компании, Ирина Гейер, платиновый мастер компании, Зинаида Деревьева, платиновый мастер компании, Марина Федоренко, платиновый мастер компании и, конечно, руководство компании. Я вас всех благодарю сердечно и вам низкий поклон. Друзья, мы в такой компании, что ей нужно гордиться, нести это знамя вперед. На самом деле мы делаем людей счастливыми. Я вам желаю быть счастливыми в этой компании, в нашем коралловом клубе, в нашей стране. И сделать счастливыми огромное количество людей. Спасибо. Спасибо. Анатолий. Ну, дорогие друзья, да, добрый вечер. Конечно, испытываю волнение, конечно, чувство радости.
ну и благодарности компании. Если взять вот предыдущую жизнь, 38 лет службы в органах МВД, конечно, были поощрения, но не такие, естественно. И компания подарила такой Mercedes-Benz за нашу службу в Овольске, за нашу работу в коралл-клубе, в компании. Это здорово, да. И я призываю всех тоже так же поработать хорошенько и получить, но если не такую, то лучше модель. Вот. И, конечно, мы будем использовать нашу машину для дальнейшего развития нашей системы в области, а у нас где-то 36 районов, то есть 36 районов она должна у нас объехать и привлечь новые слои населения, да, в нашу систему коралл-клуба. Спасибо. Галина. Добрый вечер уже всем, да, друзья. Конечно, слова благодарности, я считаю, вот каждому сидящему в этом зале. И руководству, которое постоянно в думах о том, что бы для нас сделать. И я вспоминаю форум прошлого года, когда я приглашала людей на форум, я говорю, вы знаете, у нас такая компания, вот такая компания, рассказываю все преимущества. Вот только перед нами не спели, не сплясали руководство, ну, президент, да? И вы помните прошлый форум? На английском, в смокингах. Я просто обалдела, и мои подошли, говорят, вот уже и спели, и сплясали. Вот, ну, то есть все для нас делают абсолютно, действительно. Надо так, вот такое все ценить, просто подумать дома внимательно, как я прожила эту жизнь. И что мне приготовили. Просто бери, молодей, красивей, будь успешным и зови за собой людей. Вы знаете, когда-то к нам прислали по интернету опрос. Что бы еще вы хотели, от руководства дали задание своим работникам, что бы вы еще хотели как лидеры, чтобы для вас сделали? Может, был год-два назад. Мы с ним обсуждаем, что мы вообще могли, о чем мечтать. Уровень наш на том, что грамоту дадут, медальку повесить. Вы не смеетесь, но мы написали. Вот какую-нибудь медаль за, как называется, за то, что в компании много лет, за то, что мы преданы компании. И мы это смешно так вот все это написали, какая медаль должна быть, и все это отправили. Надо же отвечать. Ну, конечно, мы не предполагали, что реально может быть что-то более серьезное. То есть я что хочу сказать? Руководство нас ценит больше, чем мы себя. То есть они в нас видят такие вообще золотые кораблики, которые мы вот сейчас, получив вот такие награды, понимаем, ну вообще-то классно, наверное, да. Самооценка очень повышается. Поэтому, конечно, огромное всем спасибо. И в завершение хочу сказать, что, вы знаете, мы вообще не мечтали о том, что происходит. Путешествия, автомобили. И мечты сбываются даже те, о которых вы не мечтаете. Поэтому желаю вам всем роста, огромного успеха и видеть счастливые глаза ваших дистрибьюторов, которые становятся мастерами. Спасибо. Мамлюна Бичурина. Дорогие коралловцы, любимые партнеры, дорогая моя семья, вот уже 15 лет я живу счастливой жизнью. Сердце мое переполнено счастьем, потому что я так никогда не ожидала, что у меня такое будет. Этот Мерседес, это, знаете, я как попала в сказку. И действительно сказка. Если вам кто-нибудь скажет, что чудеса невозможны в этой жизни, вы ведите их сюда, к нам в клуб. Потому что у нас все возможно. Я теперь говорю всем ребятам, наше руководство просит, ну возьми Мерседес. Где еще? В каком месте? На всей планете скажут, берите, приходите. Стоит только захотеть. И вот у вас уже машина. Вот у вас уже путешествие. И все блага, которые могут быть только в этой жизни, здоровье, счастье, друзья, общение, любовь. Я вас всех очень люблю и желаю вам всем получить такой подарок. Светлана Захарова. Добрый день. Вы знаете, вот меня сейчас переполняют такие чувства, о которых очень сложно рассказать. Когда в прошлом году нам сообщили об этом автобонусе, вот
Я поняла, что это один будет из главных инструментов для нашей работы. У нас в семье, у меня три мужчины, и вы понимаете, что, конечно, с автомобилями я тоже дружу. Вот, и в принципе, да, и вот тот автомобиль, который мы получили, знаете, настолько красивый. Я понимаю, что женщины определяют машины, да, что красивенький, беленький, вот, поэтому... На самом деле автомобиль очень красивый, но сегодня я увидела глаза наших партнеров, которых я очень хочу поблагодарить, и я всем сказала, что вот в этом автомобиле есть маленькая частичка вашего труда, потому что все вместе мы можем это сделать. Но сегодня больше всего меня поразили глаза одного из самых наших молодых партнеров, которая приехала сюда вместе с родителями. Вы знаете, вот не передать вот этих чувств и этих глаз. Когда она увидела этот автомобиль, она его и потрогала, она и посидела, она и прокатилась. И она говорит, как круто, как классно. А мы понимаем, что за вот такими молодыми наше будущее. И наш автомобиль послезавтра 3000 километров будет ехать по дорогам России и будет всем рассказывать о коралловом клубе. И еще одна секунда. Самое главное, я забыла поблагодарить. Спасибо руководству компании от всей души. Спасибо лидерам компании. Спасибо всем вам, потому что мы все вместе, одна большая семья, и мы вместе делаем это большое дело. Благодарю вас всех. Спасибо. Вячеслав Закаров. Здравствуйте, дорогие друзья. Что-то я зачастил на сцену, да? Нормально? Да. Я не буду долго занимать ваше время, я хочу сказать, что если кто-то вам скажет, что он не хочет Мерседес, он либо там не сидел, либо не водил, либо вообще рядом не стоял. Потому что я знаю, что такое выгонять машины из салона. Знаю, это было. Да, я думал, да ну что такое, ну очередная машина, что... Когда я сел в Мерседес, ну это космос. Это космос по управлению, работа с гаджетами, помощь... Человеку, который там сидит, водителю, это единое целое становится, вы понимаете? Спасибо компании, что она заставляет нас мечтать о крупном. Галина Целинская. Дорогие друзья, просто правда сложно говорить. Впервые в жизни переполняют огромные чувства радости, благодарности. И понятно, что в первую очередь... моему волшебному, любимому коралловому клубу, каждому из вас. Не буду перечислять, отнимать ваше время, вы сами это знаете. Вы знаете, вот не Мерседес ради Мерседеса, а ради того огромного чувства радости, восторга, чистой, высокой энергии, которой наполняются наши сердца, ваши сердца. Скажите, пожалуйста, вот вы видели всю эту демонстрацию, вы видели эту красоту. Поднимите руки, кто захотел такую машину, такой Мерседес, или получить следующую машину. Поднимите, не стесняйтесь, высоко-высоко. Кто хочет на всю семью, две руки поднимите. Я каждого из вас запомню. Друзья мои, вы это сможете. У вас обязательно получится. Только очень захотите. И ради вот этого волшебного чувства украшайте собой мир. Берите на себя ответственность, ездите на Мерседесах и станьте хозяевами жизни. У вас все получится. У нас уже первая ступень получилась, и мы начали мечтать по-другому. Спасибо, что вы есть. Спасибо. Ольга Лебедева. Друзья, вы знаете, что я испытывала? У меня было такое ощущение, что я уже в третий раз получаю Мерседес. Первый раз было, когда Володе и Олечке под Хомутником его вручили. Наши поздравления в моей организации. Я вот стояла издалека, смотрела, как будто бы мне. Наташе Фоновой и Павлу вручили передо мной. Я думаю, вот наслаждение. Потом меня объявили, думаю, в третий раз опять это же чувство какого-то глубокого удивления. Какого-то наслаждения, поражения чем-то, вот миром этим. Я желаю вам, вы знаете, самое, наверное, большое, не тогда, когда вам его дарят, а тогда, когда вы стоите и вашим людям, и видите их глаза, и ваши люди получают эти машины. Вот
каждой из машин, которые сегодня получили все мы, есть ваш духовный труд, есть ваш физический труд. Есть то, что каждому из вас дано свыше, с небес. Поэтому я благодарю всех вас за то, что вы здесь, за то, что услышали ту возможность приобщиться к нашему параллельному, очень высоковибрационному миру, коралловому клубу. Услышьте эту возможность сегодня, и не только за Мерседес. Здесь мы делаем очень серьезные, большие, глобальные, добрые вещи на Земле. Поэтому спасибо всем вам, что вы уже здесь. И в этом моем Мерседесе частица каждого моего любимого дистрибьютора, моих наставников, руководства компании. Друзья, спасибо за то, что всем нам есть такая возможность испытывать те глубокие чувства, которые сегодня я испытала. Спасибо. Константин Буракин. Добрый вечер, господа. Столько хочется сказать, но начнем кратко. Я благодарю своего наставника, звездного мастера Наталью Симонову, наставника Марину Федоренко, наставников в лице руководства Леонида Августовича, Эрика, Гурама. Мы для них инструмент. И они решили то, что у нас тоже должен быть инструмент от них. Это автомобиль. Автомобиль — это, наверное, проявление нашей любви по отношению к нашим людям, которые нам доверились и пошли за нами. Это проявление возможностей исполнения этих мечт. И этот инструмент, который позволит вам до этих мечт добираться намного быстрее. Благодарю вас, то, что вы дали нам такой инструмент. И я благодарю судьбу, то, что у меня есть такая любимая вторая половинка. Спасибо. Марина, я хотел бы два слова добавить, чуть-чуть подкорректировать Константина. Не лидеры для компании инструмент, а компания для лидеров инструмент. И вот это очень важный момент, чтобы все вы понимали. Марина Саженко. Я быстренько. Я испытываю большую радость, и что когда-то в свое время я сделала правильный выбор. И сегодня этот выбор мне дает такой интересный бонус от лица компании. Я безумно благодарна всем создателям этого праздника. И сейчас я хочу обратиться ко всем сидящим здесь в зале. Вот все, кто находится в этом зале, пожелайте прямо здесь, сейчас, Мерседес. И на следующий форуме, на следующем событии именно вы будете стоять в этом зале от всего сердца. Спасибо. Сергей Макеев. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень радостно и волнительно вас сегодня здесь всех видеть. Мы приходим в этот мир для того, чтобы как-то развиться, узнать что-то новое об окружающем нас мире, как-то проявиться. И вот за что я благодарен компании, это за то, что руководство и сама компания постоянно стимулируют нас брать новые и новые вершины. Я помню, как приучали нас одевать костюмы, потом смокинг, теперь новая вершина — Мерседес. Сам бы вряд ли я так сел на новый Мерседес когда-то, вот, честно скажу. А сел, и очень понравилось. Так вот, я всех сидящих в зале, хочу всем сидящим в зале сказать, что мы-то путь уже протропили. Но вы сделали первый шаг к этому успеху. Поэтому я всем желаю брать вершины, этап за этапом, пересесть на Мерседесы, но не Мерседес ради Мерседеса, а просто как очередной этап саморазвития. Всем удачи и успеха. И Мерседес, конечно, использовать будем по назначению, по прямому назначению, для стимуляции и привлечения бизнеса. Лариса Морозова. Дорогие коралловцы, мне хочется сказать, что вы просто в счастливые вместе и в счастливые минуты проживаете сегодняшний день. Не каждый вот так прожил, как вы сегодня. Я права? Это большая сила — наслаждаться счастьем других. Сегодня для меня это большой день счастья. Не каждый день бывает таковым. Перенести радость успеха, и не просто ты это делаешь сам, а видишь, как вот такой красивый, большой, мощный, необыкновенный зал, и люди радуются за тебя.
Были в моей жизни машины с автосалоном, но чтобы так радовались тысячи, это первый раз большой подарок. И вам за это спасибо, за ваши глаза. Я хочу сказать благодарность, только с ней можно побеждать. Каждому, кто меня позвал, каждому, кто влил это сердце, передал свою частицу, дарил глаза и залы, говорил о мощности, созидал в нас силу. Мы рождаемся сильными, потому что говорит о силе людей, которые на нас будут смотреть. И эти глаза сейчас смотрят с этого зала. Мне хочется сказать, что все вместе, я и вы, мы создали пьедестал победы. Пьедестал побеждать. И дальше мы будем это делать благодаря тому, что совершается машина, подарки, хорошие люди и то место, где мы находимся. Пусть благословит нас дальше успех. Наталья Афонова. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, большая наша семья. По-другому не могу сказать. Вы знаете, эти эмоции, я, наверное, подобного плана испытывала, когда нас награждали золотыми мастерами. Я стою, и у меня слезы текут, это что-то. Потому что я хочу сказать, во-первых, слова огромной-огромной признательности и благодарности всей нашей спонсорской вертикали. Она у нас удивительная, она у нас лучшая. И настолько сердце переполняет любовью, что вы смогли, что вы достучались, что вы помогли в разные дни нашей жизни. И огромное спасибо руководству. Низкий вам поклон, знаете за что? Я очень-очень давно не видела таких счастливых глаз у своего мужа Павла и у нашего сына Василия. Я эти дни, когда нам сказали, когда они выбирали, я смотрела и я наслаждалась. Девочки, у нас с вами появился инструмент. Это я обращаюсь к тем, кто хочет, чтобы его вторая половинка присоединилась. Я штурман, я не водитель. Но видеть слова, глаза любимого мужчины, когда вручается Мерседес, это дорогого стоит. Всего лишь, если вы хотите, чтобы к вам присоединилась вторая половинка, все, что надо сделать, это 20 тысяч товарооборота. И поверьте, они точно будут в коралловом клубе. Спасибо большое и низкий вам поклон от меня, от жены и от матери. Павел Фонов. Добрый день, уважаемые друзья. Именно вот такие события закрывают страницы сомнений, закрывают страницы неудач и открываются новые страницы наших побед. Научитесь, пишите свои страницы истории своей судьбы. И получая вот такую замечательную награду, у меня родилась гениальная мечта. С очередного форума вместе со своими партнерами ударить автопробегом по дорогам России и Европы. И чтобы эти дороги расходились в разные уголки нашей необъятной Родины. Вера Мусаева. У меня очень тяжелая задача. Во-первых, я стою последней в шеренге таких лидеров. Во-вторых, как настоящие кавказские люди, мы уже отметили, обмыли. Знаете, the best or nothing, это написано на инструкции документом Мерседеса. Но это касается, собственно говоря, не машины. Проработав 41 год на государство, в возрасте где-то 65 лет или там больше, я осталась у разбитого корыта. Ну, не в смысле финансов, то есть квартира, машины были, но в смысле смысла жизни. То есть жизнь осталась, а смысла не стало. И вот в этот момент меня поцеловал Бог. И этот поцелуй – коралловый клуб. The best or nothing. Самое лучшее или ничего. Это и есть коралловый клуб. Я благодарна всем, кто здесь сидит. Потому что каждый из вас, вы даже, может, и не знаете это, каждый из вас как-то на меня повлиял, чему-то научил. Мне кажется, руководство нашей компании вообще не спит день и ночь и думает, что бы нам еще сделать. Замечательный продукт, замечательный маркетинг. Нет еще какие-то бутылки. Это вообще просто класс. Я не буду вас задерживать, там стоит уже время. Мы просрочили 12 минут. Я хочу сказать, что если я
в 74 года. Это наградит... Значит, вы не только это можете сделать, вы это обязаны сделать, если вам Бог дает такой шанс, если вас всех Бог поцеловал. Сделайте это. А вы знаете, я люблю такую фразу. Когда начинаете что-то делать, крепко подумайте, хорошо взвесьте, проанализируйте. Но когда решили, не думайте, делайте. Я хочу сказать, что эти два дня, я думаю, что вы многие решили, подумали, взвесили. Теперь, пожалуйста, делайте и не думайте. Спасибо большое. Давайте еще раз выступаем в аплодисментах наших счастливых обладателей Мерседеса. И мы хотим вручить еще бронированное шампанское для участников автоблогуса. У нас есть замечательная традиция, которую мы не смогли реализовать в связи с погодными условиями. Но мы хотим вручить эти подарки. Удачу, счастья, радости и новых людей.